yourself with your people. Get, we don't care if it's legal. I see the beauty in the little things. Hear the music when the wind blows. Turn these moments into memories. Don't overthink it, keep it simple. Spread love like a miracle. No pain, yeah. No pain, no pain, no pain, no pain. I walk miles to day, walk through the rain. Nurtured the pain, the dirt, the stain. Очень здорово, что сегодня буквально все сошлось, чтобы создать великолепные условия для проведения нашего матча. Смотреть матч вместе с вами, как всегда, сегодня буду я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. Сегодня у нас в программе игра в рамках Food Champions Weekend League. Классная игра будет сегодня, Константин. Weekend League снова зовет нас, и это здорово. Лучшие игроки FIFA в одном турнире в борьбе за наивысшее место в рейтинге. Что еще нужно для самого захватывающего турнира? Александр Лаказет. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. 1-0 в нашей игре. Сергей Милинкович Савич. Йохан Кройф. Отличный перехват, очень вовремя. А у него юбилей сегодня, кстати, 250 матчей за клуб провел. Да, потрясающая цифра, думаю, тренер его уже поздравил. Ну и партнеры, конечно, тоже в стороне не остались. Перехитрили оборону в этом моменте. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Ройф. И удар должен последовать. Легко справляется вратарь с этим моментом. Александр Лаказет. Александр Лаказет. Висан Бен Еде. Аллан. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Похоже, посыпалась команда. Пенальти назначает рефери, и у соперника отличные шансы увеличить разрыв в счете. И тогда, в общем-то, можно уже будет с полной уверенностью назвать победителя этой встречи. Очень странное решение арбитра. Он показывает на 11-метровый. А вот так играет вратарь. Очень непросто забить ему с точки. Самое скопление игроков в угловой поле. И забирает эту подачу вратарь. Посмотрим, кто из них сильнее. Удар нужен! И вот сейчас надо было увеличивать счет. Простил он соперника. Верный момент для гола не использовал. Избавляться быстрее от мяча нужно при таком прессинге. Пауло Дибала. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Криштиану Роналду! Роналду. Йохан Кройф пробил. Серхио Рамос блокирует удар. Висам Бен Йедер.
Раджа Нангулан. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Мяч опять у Дибалы. Ждет он вариантов для продолжения. Джорди Альба. Момент! Забивай! И забивают они благодаря своему высокому прессингу. Не смогла оборона справиться с таким агрессивным натиском. Подарили они возможность для гола. И вот он, мяч в сетке. Смотрите еще раз на гол. Хорошо на повторе видно, что защитник в голевой атаке потерял позицию ненадолго. Но этого хватило нападению, чтобы отправить мяч в ворота. После ответного мяча у нас 1-1. Как отлично он мяч перехватил. Можно подавать тут. Криштиану Роналду. Отдавать мяч нужно, есть кому. Хорошо, он идет вперед. Мяч потерян. Сергей Милинкович-Савич. Раджа Нангулан. Нашел Нангулан вариант для паса. Может получиться интересно. Аллан. Лаказет. Хорошая игра в пас. Аллан. Атакует Натмегс. Классно он удар накрыл. Хороший навес был, но мяч выбит. Штангу мяч угодил. Играй! Хуан Квадрадо. Сергей Милинкович-Савич. Дибал. Есть пространство перед ним. Здесь защита справляется. Фати. Увидел открывание впереди, делает передачу. Поторопился уйти в отрыв футболист вне игры. Раджа Нангулан. Паулу Дибала. Сергей Милинкович-Савич. Криштиану. Это потрясающий Йохан Кройф. Вратарь отбивает мяч просто и надежно. Судья добавляет 1 минуту. Тут контратака может получиться. Перспективная была атака, но у соперника было свое мнение на сей счет. После первого тайма счет в матче ничейный 1-1. Все внимание на экран. Начинается вторая половина встречи в рамках турнира Food Champions Weekend League. Серхио Рамос. Андерсон. Джорди Альба. Филиппе Андерсон. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Арбитр назначает штрафной. До ворот далеко, но это не смущает Серхио Рамоса. Почему бы и нет? Он попробует пробить отсюда. Мяч к сопернику уходит от Натмегс. В середине поля мяч перехвачен. Виссам Бен Йедер. Можно забивать. Бен Йедер отправляет мяч в сетку.
Великолепно он разобрался в ситуации и не промахнулся. Повторяет нам гол. Отлично он обыграл защитника. Но нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворота. Не получилось у атаки ничего. Защита молодцом. Виссам Бен-Йедер. Бен-Йедер отличный пас отдает. Хорошо сыграл сейчас вратарь. Очень здорово он игру прочитал и не дал нападающему добраться до мяча. Найнголан. Мяч у соперника теперь будет. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Обыгрывает он защитника. Хорошо он в пас умеет играть. Они забрали мяч и не расстаются с ним. Заигрались они в пас. Надо было уже как-то обострять атаку. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Удар нужен! Фати! Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Вот это перехват. Чем не красота? Отменная позиционная игра. Виссам Бен-Йедер. Муса Сисоко. Очень хорошо у них получается в пас играть. Отличный перехват, очень вовремя. Алехандро Гомес. Раджа Нэнгулан. И есть на фланге место. Чисто отобран мяч. Очень хорошо он игру читает, мастерски. Аллан. Теперь в атаке уже соперник будет. Без мяча они остались. Раджа Нэнгулан. Мяч у них на чужой половине. Это Алехандро Гомес. Штангу мяч угодил. Играй! Тренер считает, что этому игроку больше не место на поле. Болельщики, похоже, с ним солидарны. Да, если бы он заранее знал, что так плохо сегодня сыграет, думаю, предпочел бы на поле не выходить. Но жизнь продолжается, впереди еще много матчей. Можно подать. И навес чуть назад. И вот результат активного прессинга. Мяч уже у соперника. Без мяча играть теперь. Теряют они мяч. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Без мяча они остаются. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Это Филипп Андерсон. Виссам Бен-Йедер! Вернейший момент он упускает, чтобы еще больше разницу в счете увеличить. И сам он не понимает, как не забил из такой выгодной позиции. Пауло Дибала. Можно провести контратаку. Очень здорово прессингуют они. Филиппе Андерсон. Виссам Бен-Йедер. 81-я минута. Тоже выйдет победителем. Ждать осталось совсем недолго. В офсайде оказалась команда. Хуан Куадрадо.
с мячом Паулиньо. Если они хотят еще на что-то претендовать в этом матче, сейчас самое время. Шанс-то был хороший, а, согласитесь, обидно такой загубить в последний момент. На фланге есть свободное место. Можно забивать тут. Забивать можно. В офсайде игрок, по мнению судей, ничего себе. Очень серьезно ошибается вратарь сейчас, и вполне может команда поплатиться за это. Гол! Мяч в сетке! Еще раз смотрим момент с голом. Мяч отобрали у голкипера, и это, конечно, его ошибка. Уже 4 гола в этой встрече забиты, 3-1 счет. Адама. Натмикс остается без мяча. Атака продолжится через фланг. Роналду. И это удар. И мяч в сетке. И надо забить еще один. Время еще есть. Игра продолжается. Счет 3-2. Все, этот матч закончен. У хозяев повода для радости. Tienen nada mejor que atender.
Всем привет! Отличная футбольная погода у нас. Надеюсь, команды сыграют не хуже. Меня зовут Георгий Черданцев. Со мной, как и всегда, мой коллега Константин Генич. Всем привет! Раз пришли выходные, значит, смотреть мы будем игру Foot Champions Weekend League. Даже не сомневаюсь, что нас ждет отличная игра. Всегда рады мы с тобой работать на матчах Weekend League, да? Очень захватывающий турнир получается каждые выходные и редко обходится без сюрпризов. Игроки улучшают свою игру постоянно, и каждый раз кто-то преподносит сюрприз. Идет он с мячом дальше. И пробил. Ух, как повезло сейчас сопернику-то, а? Да уж, такой мощный удар и так близко прошел к стору ворот. Удивительно, как он не попал. Халиду Кулибали. Алехандро Гомес. Криштиану Роналду. Идут они уверенно в атаку. Ашраф Хакими. Видаль. Хакан Чалханоглу. Это Алехандро Гомес. Браво, защитник! Хуан Квадрадо. Пауло Дибала. Дибала неудачный пас отдал. И тренер домашней команды дает указание перейти к командному прессингу. Любопытное решение, и давайте посмотрим, к чему это приведет. Кулибали блокирует удар. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Отличный момент есть! И как здорово вратарь играет. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Итак, нападению обеих команд может похвастаться действительно звездным составом. Как они сыграют сегодня? О, это, конечно, известные мастера. А сейчас вперед можно выйти! Не смогли защитники справиться с Роналду в этом эпизоде, и счет открыт. Роналду забивает гол. Разобрался Роналду как мастер. 1-0 в нашей игре. Криштиану Роналду. Неплохо он с мячом идет вперед. Очень хорошую атаку удалось в защите прервать. Сергей Милинкович-Савич. Кройф. Сергей Милинкович-Савич. Раджа Нейнгулан. Сергей Милинкович-Савич. Квадрадо. Раджа Нейнгулан. Алехандро Гомес. Навес напрашивается. Хороший навес был, но мяч выбивают. Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Шикарный пас. Любимый прием многих игроков. Откатил немного назад и отдал передачу. Здорово пробил Криштиану Роналду со средней дистанции. Плотный удар у него получился. Вратарь свою команду выручить не сумел. Луис Мурьель. Классный пас он отдал. Пас в разрез очень точно. Кулибали блокирует удар. Паулу Дибала. Не удел тут защитник остался. Штрафной будет. Штрафную мяч подает он.
Криштиану Роналду с мячом. И я подозреваю, что этот промах его прилично расстроил. Но он сегодня же на хитрик должен идти. Конечно, ему пока обидно. Без мяча играть теперь. Дибала с мячом. Мяч ушел в аут. Хакан Чалханоглу. Ашраф Хакими. Чалханоглу. Отличный прием. Так держать. Хуан Куадрадо. Милинкович Савич. На фланге есть свободное место. Аут будет. Отлично в отборе сыграл сейчас. Теряют они мяч на ровном месте. Раджан Найнгулан. Игра остановлена. Будет угловой. Самое скопление игроков. Угловой подан. Плохо подан угловой. Мяч у вратаря. Мяч из-за боковой будет введен в игру. Муса Диаби. Пауло Дибала. Йохан Кройф. Калиду Кулибали. Очень здорово прессингуют они. Очень хороший пас. Что дальше? Мяч выбит. Очень хороший отбор. В центр штрафной подан мяч с углового. Не удалось мяч вынести. Надо обороняться, продолжать. Луис Муриель. Муриель. Этот гол возрождает интригу в матче. Теперь разница в счете всего в один мяч. Счет 2-1. Луис Муриель. Судья решил много не добавлять. Минута до конца. Раджа Найнгулан. Пауло Дибала. Классно он удар накрыл. Без мяча они остаются. Закончился первый тайм. 2-1 на табло. Снова приветствуем вас на чемпионате Food Champions Weekend League. У нас все готово для начала второй половины игры. Ройф. Александро. Алехандро Гомес. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Хорошо оборона себя проявила сейчас. Получится у них контратака здесь. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Как отлично он мяч перехватил. Константин, ну вот как бы ты оценил игру Криштиану Роналду в первом тайме? Хорошо отыграл? Команда пока выигрывает. На его счету 2 забитых мяча. Он близок к хет-трику. Ну и пока все более чем успешно складывается для этой команды. Шире они сейчас играют. Мяч на фланге. Чалханоглу. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Сергей Милинкович Савич. И пас прямо сопернику. Конечно же, он перехвачен. Идут вперед Black Cats. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Бить надо и сравнивать счет. И вот он гол. Работает прессинг. Они заставили соперника ошибиться. Им это удалось. Отлично сработано. Мы смотрим матч двух равных команд. Счет 2-2.
Чалханоглу. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Пошли последние полчаса игры. Хуан Куадрат. Команда оставила соперника без мяча. Хороший отрезок и хорошая комбинационная игра. Тащит он мяч вперед сейчас. Хакан Чалханоглу. Игра в пас, одна из его сильных сторон. Свисток, штрафной. Чисто отобран мяч. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Хороший пас получился. И удар должен последовать. Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Теперь Black Cats без мяча. Алехандро Гомес. Очень вовремя он сыграл на перехвате. И вперед он идет. Вот это да! Отлично сыграно. Найнгола. Sandro. Ricordiamo agli spettatori che il merchandising della squadra può essere acquistato nello store ufficiale all'interno dello stadio. Ниже опускается он за мячом. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И будет аут сейчас. Сейчас свежие игроки выйдут на поле. Пас он умеет играть и сегодня очень хорошо это делает. Конца второго тайма примерно минут 15, ну и плюс то, что добавит арбитр. Командный прессинг используют гости. Будем надеяться, что хватит им кондиций на такой вот спорт. Паулини. Рахим Стерлинг. Ищет он варианты атаки продолжить. Хороший навес был, но мяч выбивают. А сейчас вперед можно выйти. А вот и гол. Да, ничьей, скорее всего, сегодня мы не увидим. А ведь игра до этого момента шла относительно равная. Но теперь вот этот мяч может решить исход всей встречи. Все грамотно в этом эпизоде сделал нападающий. Пошел в обыгрыш один в один с защитником и не оставил тому никаких шансов. Тренера вы не видите, он на бровке дает указания сейчас, но с комментаторской мы все наблюдаем. Он показывает, как разыгрывать мяч, как быстро провести атаку. Да, и возможно вообще это последняя атака в этой игре. Последняя возможность это для них забить. Нельзя мяч терять сейчас. Ох, какой момент-то мог бы возникнуть. Пауло Дибала. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Раджа Найнгола. И как он дальше мячом распорядится? Мурьель. Как Может он сравнять счет? Расчетливо сейчас сыграл голкипер и снял мяч буквально с ноги нападающего. Да, четко, чисто, здорово. И самое главное, очень смело. Терять мяч Дибала. Последний шанс сравнять счет. И пробил. Перекладина, но мяч в игре. Кулибали блокирует удар. Шанс-то был хороший, а? Согласитесь, обидно такой загубить в последний момент.
Дает арбитр финальный свисток, и нам остается только поздравить гостей. Они провели сегодня отличный матч. Don't know why. Yeah. It's fire. I know.
cash I've been invested. I did not come to impress you. You're gonna know cause it's destined. You feel it in your intestine. I know it's hard to swallow. Очень хорошая погода этим вечером, и мы ждем не менее хорошей игры от команд. С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Матч наш пройдет в выходные, а значит, это будет игра в рамках Food Champions Weekend League. Классный матч нас ждет, Константин. Крайне непросто сегодня будет хозяевам. К ним в гости приехала команда, которая на протяжении всей недели уверенно шла вверх и пробивалась в рейтинге. Сегодня гостям нужно сделать еще один шаг, чтобы точно подняться в таблице выше и заслужить главную награду за свою игру – Weekend League. Алехандро Гомес. Алехандро Гомес. Роналду. Гомес. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Жезус. Агуэро. Есть игрок впереди. Пройдет передача. И просто... Гол мечты. Coming off the pitch, number 10, Sergio Aguero, to be replaced by number 18, Йохан Кройф. Соперник теперь с мячом. Жезус. И есть поддержка у этой атаки. Винси Промес. Кулибали блокирует туда. А сегодня это его сотый матч за клуб, кстати. Вот так приходишь ты в новую команду, сначала все странно, незнакомо, в общем, сложно. А потом раз, и моргнуть не успеваешь, как уже эдакий старожил, динозавр. И обратно они себе мяч возвращают. Очень плохой пас получился, мяч перехвачен. Нужно было бороться за этот мяч, нужно было выходить, нужно было рвать соперника, то есть дистанцию. Он так и поступил, очень здорово сыграл. Полностью с тобой согласен. Потери и мяч у соперников. Найнголан. Отлично сыграно, очень здорово он прочитал игру и мяч перехватил. Жезус. Следует скидка. Справляется с ударом Ханданович. Алехандро Гомес. Криштиану Роналду. Не похоже, пас дойдет до адресата. Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. Браво, защитник. Мяч уходит к сопернику. Уходит Дибала в атаку. Получает передачу Дибала. Опасно. Момент. Уходит мяч и будет угловой. Подали мяч с углового в центр штрафной. Плохо подан угловой мяч у вратаря. Есть на фланге пространство. Сергей Милинкович Савич. Милинкович Савич с мячом. Отлично сыграно. Мяч перехвачен. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Рахим Стерлинг. Как хорошо он игру прочитал. Хорошо мячом владеют. Уверенно они позиционно играют. Здорово защитник играет.
Габриэль Жезус. Отлично спасает Ханданович свою команду. В центр штрафной пошла подача. Ох, какой мяч мог сейчас залететь в ворота, но мимо этот удар пришелся. Классная атака получилась, если бы точность не подвела в завершении. Он не попал в створ. Ройф. Вот это да, вот это прием. Алехандро Гомес. Роналду может сыграть. Выбивает мяч игрок. Останавливает оборона эту атаку. Теряют они мяч. Хороший прессинг, и забирают они мяч себе. Рахим Стерлинг. Подача будет или что? Хандановича таким ударом не испугать. Алекс Сандро. Уверен, он в отборе сыграл. Из-за боковой будет вбрасывание. Алехандро Гомес. Ройф. Гомес. Теряют они мяч. Лукас Моура. Передача на Промеса. Отличный чистый отбор. Алехандро Гомес. Ройф. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Нарушение и штрафной удар. Дибала с мячом. Заканчивается первый тайм 1-0. Это чемпионат Food Champions Weekend League, и команды готовы начинать второй тайм. Ах, какое мастерское движение! Сергей Милинкович-Савич. Раджан Найнгулан. Алехандро Гомес. Как здорово защитник сыграл сейчас. Очень хорошо в обороне сыграно. Криштиану Роналду с мячом. Идет вперед. Пауло Дибала. Гол! Сравняли счет! После ответного мяча у нас 1-1. Может что-то из этого прохода получится. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью. Но пора бы и обострить. Леон Горецко. На Жезуша пас. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Очень хорошо он пасом. Игрок Джуниорс потерял. И вот он гол. Работает прессинг. Они заставили соперника ошибиться. Им это удалось. Отлично сработано. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Винси Промес. Пас Жезуша. Очень сильный удар получается, но точность оставляет желать лучшего. Да уж, такой силе нужна наводка. Тогда точно будет опасно. Пауло Дибала. Дибала с мячом. Сергей Милинкович-Савич. Дибала. Роналду! Пушка страшная. Ай да вратарь, браво! Как здорово он сейчас сыграл. Непростой был удар, и действительно это классное спасение. А чуть поточнее. Чуть точнее и быть голу, конечно. Но сейчас он выше ворот пробил. Пробил хорошо, но, увы, мимо. Передача в его исполнении сегодня невероятно точна. Есть игрок впереди, пройдет передача. И защитник вовремя блокирует этот кросс.
Отлично сыграно, мяч перехвачен. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. А ведь как все хорошо начиналось, но в итоге мяч практически подарили сопернику. Есть пространство перед ним. Единственный и неповторимый Йохан Кройф. Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Как здорово он пас отдал, очень уверенно это сделал. Ну, нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса, блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась, и похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворот. Соперник теперь с мячом. После рикошета мяч уходит в аут. Алла. Лукас Моура. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Габриэль Жезус. Снова он отбирает мяч. Да, он настоящая головная боль для соперника сегодня. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Трибуны однозначные реакции ответили на решение судьи не ставить 11-метровый удар. Сергей Милинкович-Савич. Здорово он партнера увидел. Прекрасный пас на ход. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Ну, вот теперь полегче. Да, тот сейв был просто невероятным. Честно говоря, смотря на статистику, особо не понимаю, как соперник сможет отыграться по такой игре. Счет не в их пользу, это понятно, но и по остальным цифрам не видно предпосылок для того, чтобы они совершили камбэк. Сергей Милинкович-Савич. Передача на Найнголана. Избавляться быстрее от мяча нужно при таком прессинге. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Уверен, он сыграл сейчас. Могли забить, если бы не защитник. Паулу Дибала. Хуан Куадрадо. Пас на Криштиану Роналду. Милинкович Савич. Очень хорошо друг друга партнеры чувствуют. Игра в пас просто на высоте. Да, и глаз радуется, что, к сожалению, в наше время не о каждой команде можно сказать. 8 минут и компенсированное время. Вот все, что остается в распоряжении команд. Такие передачи придают атакам остроты. Возвращается мяч Гомесу. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Алехандро Гомес. Останавливает оборона эту атаку. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Прям необходимо им быстрее вернуться назад. Жезус в штрафной, туда подача. Ну вот же момент был, как он не забил сейчас. Не думаю, что такие моменты еще будут. А времени-то остается совсем немного. Игра в пас, одна из его сильных сторон. Пауло Дибала. В атаку они переходят. Лукас Моура. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Это штрафной. Матч завершен, и благодаря сегодняшнему результату команда продвигается вверх по рейтингу, да, Константин? Да, Георгий, и для них, между прочим, это очень важно. Давай не будем забывать, что высокое место в рейтинге турнира Weekend League дает финансы. Down under money trees I bought.
Отличный вечер вполне может стать еще лучше, если команды покажут свой класс. Всем привет и добро пожаловать на футбол. С радостью начинаем свой репортаж. У микрофонов Георгий Черданцев и Константин Генич. Выходной день, а значит, отличный матч смотрим мы сегодня. Это Food Champions Weekend League. Захватывающий матч нам предстоит увидеть. Weekend League снова зовет нас, и это здорово. Есть пространство перед ним. И счет матча открыт. Отлично, они начали, быстро решили забрать игру себе, и гол в этом, конечно, плане лучший помощник. 1-0, сейчас будет веселее. Пауло Дибало пошел вперед. И не пойти атаке по флангу, здорово сыграно. Можно забивать здесь. Справляется с ударом Льорис. Гол! Как здорово он подстроился под этот мяч. Пробил отлично, прекрасный гол. Счет снова равный, 1-1. Здорово сыграно в отборе, аут. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Ну решай же! Рядом со штангой мяч проходит. Неплохой получился удар. Чуть поточнее и точно был бы гол. Хорошо он идет вперед. Можно подать. Это Алехандро Гомес. Передача на Роналду. Снова с мячом. Найнголан. Хороший навес был, но мяч выбит. Ван Дайк блокирует удар. Очень вовремя он сыграл на перехвате. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Алекс Сандро. Найнголан. Пас на Криштиану Роналду. Отлично в обороне сыграно. Атака не получилась. Решфорд. Пас на ход. Может быть интересно. Еще пространство для атаки они ищут. Лукас Моура. Лукас Моура. И есть гол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Счет 2-1. Лукас. Решфорд. В мяч сыграно. Криштиану Роналду. Найнголан. Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Удар! Гол! Снова равенство на табло. Счет в очередной раз равный. Удастся ли кому-то забить еще? Может что-то из этого прохода получиться. Идут они в атаку. Ройф. Потери и мяч у соперника. Это удар. Да, направляет он мяч совсем мимо ворот. Однако технически такой удар, конечно, было очень сложно исполнить. Сергей Милинкович Савич. Хуан Куадрадо. Милинкович Савич. Теперь соперник с мячом будет. Хороший пас получился. Лукас Моура. Криштиану Роналду. Мяч у Роналду. Раджа Нангола. Ройф. Сандро. Серия хороших передач. Неплохо комбинирует команда. Ходит мяч у них. Роналду. Пауло Дибала. Блокирует защиту, удар. Собственно, выполняет свою основную функцию. Без мяча они остались. Алехандро Гомес. Как отлично он мяч перехватил. На фланге есть свободное место. Решфорд. Лукас. Атака, стоп. Мяч будет введен в игру ударом от ворот. Костас Манолас. Пас назад. Паулу Дибала. Йохан Кройф. Криштиану Роналду. Сергей Милинкович Савич. Мяч у Роналду. Свисток арбитра определяет равный счет в первом тайме 2-2. А у нас все готово к началу второго тайма. Напомню, что мы смотрим игру чемпионата Food Champions Weekend League. Штрафной удар. Через короткий пас разыграли. Отлично защитник играет. Мяч у Роналду. Мяч Роналду теряет. Шире игру стараются развернуть. Мяч на фланге. Маркус Решфорд. Сен-Максимен. Нужно выходить вперед. Бей! Это гол! И повели они в счете благодаря этому забитому мячу. Счет 3-2. Смотрим дальше. Браво, защитник. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Опасно это будет. Очень обидно, не забили они сейчас. Все отлично сделали и разыграли эту контратаку как надо.
Действительно, классное было движение. Все знают свое место и что делать. На такое всегда очень приятно смотреть, даже если эта атака не дошла до забитого мяча. Надо сравнивать! Забивай! Хорошо вратарь играет, с ударом уверенно справляется. Просто, четко, надежно, как и должен действовать голкипер. Мяч за линией, будет удар от ворот. Решфорд. Кулибали блокирует удар. Пауло Дибало на фланге и есть куда двигаться дальше. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Надо забивать! Отлично проявил себя защитник, нейтрализовал он угрозу ворот. Идут они уверенно в атаку. Очень грамотно он сыграл сейчас и перехватил мяч. Найнгулан. Раджа Найнгулан. И мяч переходит к другой команде. Очень уверенно играет Милинкович Савич в перехвате. Тренер хозяев дает указание накрывать соперника прессингом. Наверное, считает, что у них слишком много свободы в передвижении и передаче. Пауло Дибало. Уверен, он в отборе сыграл. Играл из-за боковой, будет вбрасывать. Замена. Вряд ли этот футболист дождется овации с трибун. Думаю, болельщики явно им сегодня недовольны, да и игрок и сам понимает, что он сегодня сыграл не лучшим образом. Такие матчи надо забывать и двигаться дальше. Есть адрес у этой передачи. Классный пас, можно двигаться дальше. Опасно тут будет. Гол забивает. Еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Снова точный пас в его исполнении. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Решфорд. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Рахим Стерлинг идет вперед. Навес не получился, защитник сыграл хорошо. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Мяч приходится в Погба. Теперь в атаке уже соперник будет. Перехвачен этот пас. Пауло Дибало. Очень хороший пас сейчас. Отражает удар Льорис. Дибало. Есть возможности для атаки тут. Блокирует удар Ван Дайк. Очень здорово прессингуют они. Паулиньо. Отдает он мяч партнеру. Вот это чудеса в исполнении Льориса. Похоже, только ему одному понятно, как он смог вытащить этот мяч. Плохо подан угловой мяч у вратаря. Хорошо, он с мячом вперед идет. Катают они мяч. Паулиньо. Роналду. Отлично сыграно. Мяч перехвачен. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Нужно скорее им возвращаться назад. Пробить бы. Вот пример того, как нужно проводить контратаку. Достаточно скоростных игроков в составе этой команды, которые в таких ситуациях оказываются незаменимы. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам.
Пошел Рахим Стерлинг в атаку. Избавляться от мяча сейчас надо. Адам. Такой момент. Хорошая возможность отличиться тут есть. Мяч в воротах оказывается. 6-2 счет. Не сомневаюсь, что сравняем. Две минуты осталось играть в основном времени матча. Теряют они мяч. Роналду ведет за собой команду в атаку. Вот если бы этот пас прошел, было бы очень опасно. Судья добавляет одну минуту. И на этом все. Финальный свисток арбитра заканчивает этот матч. Хозяин. Yeah.
Футбол зовет. Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Комментировать для вас сегодня будут Константин Генич и Георгий Черданцев. Наступили выходные, а значит, пришло время матчей Food Champions Weekend League, главного турнира выходных FIFA. Все готово к началу, болельщики ждут стартового свистка. Отлично их сегодня слышно будет. Надеюсь, это поможет футболистам. Надеемся на зрелищный матч. Выходные набирают свой ход, и вместе с ними Weekend League. Как всегда, сегодня большие ставки в этом матче. Ведь очки в рейтинге – это главное, за что играют команды Weekend League. Далее у нас угловой. Мяч летит в центр штрафной. Не удалось мяч вынести, надо обороняться, продолжать. Не дает он мячу здесь обосноваться. Гол! Как вам такое? Быстрый гол получается забить, и это очень весомое преимущество на старт. Повторяет нам гол, и понятно, почему менеджер в ярости. Но как же так? Нужно было просто вынести мяч, а он ошибся на ровном месте и подарил мяч сопернику. Забить тут уже было просто делом техники. Не получилось у атаки ничего, защита молодцом. Аллан. Как здорово он игру читает. Кулибали блокирует удар. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Но это совсем не точно. Тут он сделал ставку на точность, но удар у него, мягко говоря, не получился. Сергей Милинкович-Савич. Алехандро Гомес. Это Алехандро Гомес. Сергей Милинкович-Савич. Павло Дибало в атаке. Есть варианты для передачи. Мяч движется в сторону Криштиану Роналду. И забивают они ответный мяч. Как у нас все живо началось, ты только посмотри. Да, классно сыграно. Похоже, нас ждет сегодня очень яркий матч. Верим, надеемся, смотрим. Алессандро Флоренци. Гее. Контролирует мяч команда. Соперник пока никак не может его перехватить. Из-за боковой мяч будут вводить в игру. Мяч переходит к сопернику. Калверт-Льюин. Попробуй, отними. Идриса Гей. И удар должен последовать. Нарез в штрафную. Он бьет головой и забивает. Счет 2-1. Игра остановлена штрафной. На коротке разыграли. Алехандро Гомес. Есть! В штрафной адресаты. Навес нужен. Вот мяч из боковой. В такой близости от штрафной потенциально очень опасен. А вот будет рикошет был. Алессандро Флоренци. Алан. Лукас Моура. Подача. Чей мяч будет? Выбивает мяч игрок. Сейчас есть кому мяч отдать из-под этого прессинга. И бьет он. Перекладина, но мяч в игре. Ну, нельзя так отдавать мяч сопернику. Ошибся он в передаче. Очень верный момент был у них, чтобы забить несколько минут назад. Совсем немного точность их подвела, и не смогли они увеличить разрыв в счете в этой встрече. Отлично, перехват очень вовремя.
Лукас Моура. Шикарно высокий прессинг, и мяч снова у них. Такая плотная борьба. Мяч переходит от одного игрока к другому. Ах, как быстро! Алехандро Гомес. Будет штрафной удар. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Забивать тут надо! Не прошел удар, защита на месте. Это штрафной. Кимпембе. Алессандро Флоренци. Мяч у соперника теперь будет. Мяч у них на чужой половине. Тут контратака может получиться. Алехандро Гомес. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Ну вот настолько хорошо все было сделано до удара, настолько плохим он получился у него. Да уж, усилия команды сошли на нет. А ведь хорошо они двигались сейчас. И очень опасный момент мог получиться. Просто надо было попасть в створ. Лукас. Хорошая игра в пас. И пробил он поворотом. Справляется с ударом Ханданович. Роналду. Шикарный пас. Надо сравнивать. Забивай. Нужно было бороться за этот мяч. Нужно было выходить. Нужно было рвать соперника, то есть дистанцию. Он так и поступил. Очень здорово сыграл. Полностью с тобой согласен. Хорошо, он вперед идет. Лукас Моура. Отличный удар. Надежно играет вратарь. Команда уже ведет по один мяч и с этого углового может забить второй. Не получилось тут толком мяч выбить. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Это чемпионат Food Champions Weekend League, и команды готовы начинать второй тайм. Лукас. Маркиньос. Идриса Гея. Кулибали блокирует удар. Отличная игра в отборе, но будет угловой. В центр штрафной пошел мяч. Анхель Ди Мария. Вот так надо играть в обороне. Вовремя блокировать удар. Тут его прижимают, не дают пространства. Лукас Моура. Мяч переходит к сопернику. В первые 45 минут у него на поле получалось почти все. Команда пока выигрывает. На его счету 2 забитых мяча. Он близок к хет-трику. Ну и пока все более чем успешно складывается для этой команды. Выносит мяч Кулибали. Алехандро Гомес. Роналду. И тут может что-то получиться. Великолепный проникающий пас. Какая возможность забить сейчас была. И как же здорово играет вратарь. Не смог тот игрок до конца отработать. Немного не хватило, чтобы забить. Пока разница в счете не столь велика, нужно стараться выправить игру. Посмотри на статистику, и все станет понятно, почему соперник впереди. Ничего практически они не создали у чужих ворот, никаких шагов к тому, чтобы сравнять счет, пока что серьезных не предприняли. Алла. Хорошо, атака развивается. И это должен быть гол! Да не может быть!
Мяч не попадает в ворота. Ханданович вытащил этот мяч. Чудеса. Оба тренера выпускают на поле свежих игроков. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Да, это могло быть очень опасно, но обороняющаяся команда сыграла очень четко в обороне и не допустила худшего. Дибала теряет мяч. Голкипер тут как тут отправляет мяч подальше от своих ворот. Хорошо сейчас работает с мячом команда. Да, передач, конечно, много, вот только толку от них мало. Одна неточность, и вся эта атака загублена. Тренер гостей задействует тактику командного прессинга. И давайте смотреть, как это скажется на игре хозяев. Здорово он видит поле, отличный пас. Это гол! Они забили и сравняли счет. Какая борьба! Никто не желает уступать. Счет снова равный. Аллан. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Опасно это будет. Отлично, он удар блокирует. Лукас Моура. И гол у нас! Да, и вышедший на замену игрок отличился. Какое чутье у тренера, а? Сработало! Ну и теперь очень интересно, сколько осталось минут или даже секунд. Хватит ли времени, чтобы дойти до чужих ворот? Думаю, одна, только одна атака осталась у этой команды. Успеют ли? Дибала. Один в один его сегодня просто не пройти. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Отдает он мяч партнеру. Отличная возможность забить. Есть гол! Все-таки удалось! Удалось додавить соперника до желаемого результата. Агрессивная игра принесла свою пользу. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. Очередное удачное оборонительное действие. Он сегодня хорош. От игрока мяч уходит в аут. Лукас. Времени не осталось почти. Если кто-то забьет сейчас, то точно выиграет. Лукас. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Аллан. Лукас Моура. Какой прекрасный пример отбора мяча. Лукас. Муса Диаби. Как здорово сейчас играет защита. Ну что, 5 минут осталось. Все возможности для контратаки перед ними. Не получилось контратака. Соперник успел сесть в оборону. Игра на 3 исхода, я бы сказал. Не удивлюсь любому результату. Получится у них победить. Идеальный момент. Паулини. Шанс-то был хороший, а? Согласитесь, обидно такой загубить в последний момент. Рахим Стерлинг. Муса Диаби. У команды есть еще одна минута. Ровно столько добавил арбитр в основном. Переходят они в атаку. Можно забивать. Берет этот удар Ханданович. Пошла последняя минута основного времени матча. Все, основное время подошло к концу. Впереди дополнительное время.
Команда устали, игроки провели на поле 90 напряженных минут. Но теперь надо собраться и провести еще дополнительное время. Мозес Саймон. Муса Диаби. Гол! 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 Только и успевают команды сегодня ставить мяч на центр. Настоящее пиршество футбол. Алекс Сандро. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать тут. Алла. Идриса Гейе. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Как здорово вратарь разрядил обстановку. Упустили они прекрасную возможность еще один гол забить. У нас по-прежнему счет на табло в их пользу, но счет минимальный. Можно забивать здесь. Как здорово, он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец. Мяч у соперника. Нет у него проблем с передачами. Идут они уверенно в атаку. Неплохо они с мячом играли, но сейчас доигрались и потеряли его. Судья добавляет одну минуту. Рахим Стерлинг. Вынос. Главное, чтобы... Бить надо и сравнивать счет! Есть гол! Команда сравнивает счет. И еще один тайм команды завершают. Ничья на табло. Остается у них всего 15 минут, чтобы... А у нас начались вторые добавленные 15 минут. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Хуан Куадрадо. Костас Манолас. Калиду Кулибали. Алекс Сандро. Калиду Кулибали. Отличный перехват делает Гее. Очень уверен он себя в игре, в пас чувствует. Алекс Сандро. Времени почти не остается в нашем матче. И это может быть последний шанс забить. До финального свистка и окончания дополнительного времени остается 8 минут. Алла. Идриса Гей. Муса Диаби. Попробуй, отними. Ну, решай же! И спасает тут игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Ох, какой шанс был. Чуть не хватило, чтобы забить. Очень опасный удар, но мяч прошел выше ворот. Костас Манолас. Очень здорово прессингуют они. Отличный момент есть. Хорош, значит, отличное спасение. Отбил мяч вратарь. Сейчас есть кому мяч отдать из-под этого прессинга. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Защите нужно скорее возвращаться назад. Мяч потерян, и на этом контратака их заканчивается. Одна минута добавлена к основному времени матча.
Последняя атака в матче. Если забивать, то сейчас. Отличный прием. Так держать. Все, время вышло. Победитель будет определен. Итак, первый удар в серии. А вдруг попадет в угловой флаг? Каданович надежен. И готовится пробить он 11-метровый. Это какое же нужно хладнокровие иметь, чтобы бить пенальти по центру в такой ситуации? Я вот думаю, может он это случайно, но победителей, как говорится, не судят. И он забивает. И готовится пробить он пенальти. И отличное спасение Кейлора Наваса. И готовится к пенальти сейчас он. В порядке, вратарь, красавец! А, не попал! Да, не попал, но, к сожалению, так бывает. Очень хотел... Перекладина, чуть-чуть не хватило до гола. Реализует пенальти Криштиану Роналду. Решающий момент. Если он не забьет, команда проигрывает. Удар и гол. Готовится игрок пробить 11-метровый. И сейчас может решиться судьба матча. Великолепный сейв. Старается он максимально спокойно к пенальти подойти. Мяч в штангу попадает. Возможно, этот удар решит исход матча. Для победы достаточно забить. Взял пенальти голкипер. И готовится пробить с точки сейчас он. И реализует он пенальти. И готовится к 11-метровому сейчас. И это гол! В перекладину попадает мяч. Это промах. Момент истины. Надо забивать и выигрывать. Очень уверен, он с точки бьет. И этот гол выводит их в следующий раунд. Они выигрывают серию пенальти. Хороший гол у них получилось забить. Еще раз нам его повторяй. Some paper to chase. I've been grafting all year, still ain't taking a break. Found my need to vacate, get my shades out the case. Trust me, can't nobody ever throw shade on the H. Ain't never easy, had to wait for my plate. Promises were made, but man, they're blatantly fake. Had to change up my ways, I just weighed up the game. Now the radio plays, I just making me cake. Look, it's easy, got your girlfriend in the feelings. Then I'm linking Simon, talking millions in meetings. 19 years old, 4 bills and we go eating. 19 on the plate, 4 circles on the keyring. Looking at the charts, come like looking in the mirror. Murdered every feature when you greet me, call me killer. Rapper, not a preacher, God forgive me, I'm a sinner. But I know you got my back, so I give thanks before my dinner. Hottest jungle in the UK, give up what you say. They was popping back then, cause it's a new day. Rapping battle, battle, you're 30, it's too late. Running up your gums, you ain't worthy, it's too fake. Chopping rhythms up with YJ, gotta whip a new tape. Blocking women out my life, I ain't got time for you, babe. Boxer, on my rider, trying to find a new wave. Call the driver, run outside and get inside the new shape. Taking a pin up, ain't popped up, but I'm taking a trip straight to the moon and then straight to the booth. Go and lace up my shoes and head straight to your. Basically, I'm going crazy with this. You ain't taming me, please stay away from the kid. Hit the belly now, I can't stay away from the fridge. Really popping, you ain't stopping me. I'm made for this. One step, two step,
rapper, who's next? I'm the truth, so don't ever get the youth vexed. Doing what I do, I'm making moves, I got my clues set. Headlock in the game, gonna finish it with a suplex. I've been killing it, seriously, where the f*** have you been? Beat the odds and block the haters, every point got proven. Let me in and now they sit because your boy's a nuisance. Take the f*** a little bit, but you can't knock the movement. Mum and dad are happy, be taking off. And they ain't gotta worry about a mortgage because I paid it off. Had to take my shot because I really couldn't take my job. Now I'm making guap, it's kinda hard to find a way to not. With my baby cakes, I'm baking off. You know she loves the baby face, it's fake, she call me babe a lot. Take her on a date, potential babe, she really made the spot. Sexy with the makeup, but sexier when she take it off. Someone call me down, I'm on fire, this be flaming hot. Sick of celebrating, all I hear this year was take a shot. All I get is W's, this winning got me faded off. Speak my mind every time I see the mic. Say it how it is, I just be me fam, I don't need to lie. Easy with it G, I bring the peace and keep my peace of mind. Do it for the cake and I won't sleep until I eat a slice. But don't bow, I swear I'll put the shutters down. You're lucky if I take a break, you if I put something out. Put the beat to bed, go cut my check and then I'm cutting out. Cutting out. Say the head is got me bugging out. Why the man pretending like the with a kid? Indirectly sending, got you looking like a I got love for everyone, but trusting them's a myth. Live your life upon edge, you try to push you off the